бездонную скользя, шепчу тебе уже раз двадцать, что расставаться нам нельзя. Невозможно не расстаться. К лицу я руки протяну, а ты откликнула случайно, чужую взяв к себе весну. В душе так больно и печаль. Кипит слеза на высшей точке. Ходили вместе мы в обман, на выходить поодиночке. И прячь красивые глаза, во всем мы оба виноваты. Твоя слеза, моя слеза, мы оба в стадии расплаты. Всех женщин помня имена, твое гоню от сердца прочь. Ты мне случайная жена, ворованная ночь. Так жаль, красивая моя, уже рассвет на окна машет, а дома ждет тебя семья. Что делать нам с любовью нашей? Прощай, красивая моя, уже рассвет на окна машет, а дома ждет тебя семья. Что делать нам с любовью нашей? Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Добрый вечер. И, конечно, я сегодня принимаю участие, как и мои коллеги. Тем более волнительно, приятно выйти на эти подмостки, на которые ты выходил 20 лет назад, еще совсем молодым человеком. Это всегда ассоциируется, всегда приятно, всегда ностальгирует. Сегодня я исполнял для вас и песню «Поезд Киев-Москва», которую написал также ваш киевский поэт Игорь Лазаревский. Наверное, как бы там мы не
рассоединялись. Я часто говорю на своих концертах, как бы мы не эсэнгировались, главное, чтобы душой и сердцем мы всегда были вместе.